Приветствую всех, кто зашел на мой канал «Сама себе огород». Сегодня я хочу рассказать, как я приобрела ветку голубики. Это такой сорт смородины. Ягода необыкновенно вкусная. Вчера была на рынке и шла, продала свои ягоды из сада, смородину. Женщина сидит, и целая коробка у нее веток вот такой смородины. Мне стало любопытно, и я притормозила. Я говорю, а что это за ягода у вас такая интересная? Она говорит, голубка. Я извиняюсь, не голубика, а голубка называется сорт. Ну и тут же сразу подает мне ягоду покушать. Я, конечно, соблазнилась, потому что ягода действительно необычно вкусная, у меня такой нет. В моем саду такого еще нету. Ну, удивительно. Вот такую ветку она продает 100 рублей. Ну, а та, которая вчерашняя у нее была подсохшая, 50. Я говорю, ну, это еще нет гарантии того, что эта ветка укоренится. Поэтому, говорю, найдите мне то, что за 50. Ну, и в итоге она мне дала две ветки за 52. Одна подсохшая, одна не совсем подсохшая. Ну, то есть листики. Рассказывает, что надо вложить изнаночной стороной к земле, прилаживать ветку эту, хорошо засунуть в землю и просто лежа положить вот эти все верхушечки, просто обрезать. Вот обрежу я на ветках вот эти верхушечки, обрезать и вот эту ту же самую верхнюю. Тоже обрезать. И положить, ну, в смысле, прикопать. Просто очень жарко сейчас, я не хочу. Тут поздно вечером очень делать. Еще никак не выберу место. И вот так вот лежа положить. На вот этой сухой, конечно, я не знаю. Ну, листья это понятно, все равно они усохнут. Как мне рассказали, так я делаю. Это вот все. Я еще понимаю, что я прикапывала кусты своей смородины. И она укоренялась. Просто с куста прикапывала землю. Ну так, чтобы ветку вот так вот прикопать. Знаю, что папа когда-то черенковал в бутылочках пластмассовых. Ну, как получится? Так что будем вместе смотреть. Получается, что на кусте ветки, на ветках смородины можно заработать немалые деньги. И люди подходят, покупают. 100 рублей ветка. Обалдеть. Ну вот и все, что, друзья, я хотела вам рассказать, на что сама тоже купилась. Но поторговалась. Вот и все. Теперь я с вами попрощаюсь. Будем смотреть, как укоренится наша голубка. Заходите на мой канал.